În această dimineață am activat Centrul Național de Coordonare Integrată a Situațiilor în domeniul ordinii publice. Сегодня утром мы активировали координационный центр общественного правопорядка. Центр будет работать круглосуточно. Туда будут делегированы представители всех структур, подчиненных Министерству внутренних дел. Он призван в реальном времени отслеживать ситуацию в регионе и стране. На данный момент основное внимание уделяется большому потоку мигрантов на границе. Был мобилизован пункт размещения управления по делам миграции и убежища для размещения граждан. Эта ситуация нас беспокоит. Мы в режиме реального времени следим за всем происходящим.